Всем привет, с вами RockCD. Давненько на моем канале не было обзоров оформления альбомов калифорнийских панк-рок групп. И в сегодняшнем видео будет такой замечательнейший альбом группы The Offspring, X-Nay on the Humber, выпущенный в 1997 году. Это уже четвертый номерной студийный альбом группы, который также считается одним из самых лучших альбомов The Offspring. И мой любимый альбом. Диск с этим альбомом у меня фирменное европейское издание. Вот такая вот обложка к этому альбому интересная. С черепками. А если брать оформление, то черепа и скелетики составляют львиную долю всего оформления к этому альбому. Альбом включает в себя 14 песен. Оказался он богатый на видеоклипы. Я насчитал 6 видеоклипов с этого альбома. А именно на песни The Meaning of Life, Motto, Cool to Hate, Gone Away, I Choose и All I Want. Вот такие черные боковушки с шрифтом с обложки альбома, название альбома и группы. Зеркальная накатка, тоже с черепками. Сзади вот такой вот ансамбль скелетов. И к этому альбому идет буклет в виде раскладки на 10 страниц. Внутри буклета идут тексты песен на 5 страниц. Есть и иллюстрации. Обалденнейший альбом. Все песни отличные. Альбом можно слушать целиком. Слушается как одно целое. Последний столбик здесь. Информация о создании альбома. На обратной стороне тоже идут иллюстрации. Состав группы. Кстати, первый видеоклип группы я увидел именно с этого альбома, который назывался All I Want. Такое вот необычное, я бы сказал, даже оформление. К альбому X-Nay on the Humber группы The Offspring. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. До следующих обзоров. Всем пока.